Всем привет, меня зовут Вика, с наступающим, в общем, с Новым годом, мои дорогие друзья и подписчики. Если ты еще не подписан на мой канал, то привет, меня зовут Вика, обязательно подписывайся на мой канал. Ведь в 2017 будет нереальное количество крутых видео, много конкурсов, челленджей. В общем, да, обязательно подпишись на мой канал. Это видео я снимаю еще в 2016, поэтому я очень хочу вас поблагодарить за 1000 подписчиков на моем канале, ведь это самый крутой, самый лучший подарок на Новый год для меня. Я очень вам благодарна, я всех вас люблю. Мне было очень приятно читать и слышать все эти комментарии. Они нереально теплые, добрые и крутые. Спасибо вам огромное. Я всех вас безумно люблю. Спасибо. Но в этом видео я хочу подвести итоги 2016 года, рассказать про то, что у меня случилось, самое крутое, самое классное, сделать небольшую подборку из видео, которые я снимала в 2016 году. И я очень надеюсь, что вам понравится это видео, поэтому обязательно я вас очень сильно прошу, поставьте палец вверх под этим видео. Ведь вам не сложно, а мне приятно, ведь для чего я еще стараюсь и делаю для вас видео. Пожалуйста, поставь палец вверх, и мы начинаем. 2016 год был очень неожиданным, наполненным для меня. Начнем с того, что 2016 год я встречалась со своим любимым братом, который живет в Германии, и я его уже год не видела, я безумно по нему скучаю. Кошек, если ты смотришь это видео, я очень по тебе скучаю, люблю тебя. И да, это было очень хорошее начало. Потом я поняла, что для меня означают танцы. Я четко поняла для себя цель на будущее и, в принципе, ее добилась. Потом в марте у меня была мисс Весна. Это что-то необыкновенное, потому что я месяц к этому готовилась, ездила на репетиции, черт знает куда, потом сразу на танцы домой, перед этим была школа, потом уроки. Это было очень сложно, но я одержала победу, это самое неожиданное для меня. Сейчас вам пойдет видеоряд, когда меня именно награждали, и это было так неожиданно, потому что я стою и реально думаю, вот все, сейчас назовут не меня, тут еще пришли мои друзья и знакомые, и с танцы пришли ребята. И думаю, сейчас назовут не меня, надо держаться, ну, достойно встретить то, что я не выиграла. И тут называют мое имя, фамилию, и я просто, у меня довольно такое жирное, круглое лицо. Боже мой, это было так круто, так классно. Конечно же, в этом году у меня появились вы. Канал я создала еще в 2015, но развиваться начала именно в 2016 году. Я хочу вам сказать огромное спасибо, потому что без вас бы я так бы не развивалась и не снимала качественные ролики. Также в этом году я побывала в Израиле, это было очень неожиданно, так как в основном мы ездили в страны более холодные. А тут мы приезжаем, и у нас в Днепре холодно, дождь. А там 38 в тени, и для меня это был, честно говоря, шок. Я снимала влоги, честно говоря, я так и не довела свои влоги до логического конца. Мне за это безумно обидно и стыдно. И напиши внизу в комментариях, хочешь ли ты, чтобы я все-таки выложила видео из Израиля. Или же посмотри видео те, которые я уже выложила. Они получились очень крутыми, мне они правда очень нравятся. В этом году я пошла на танго и, честно говоря, влюбилась. Я не думала, что меня так может засосать этим стилем танцев, потому что он кардинально отличается от того, чем я занималась до этого, и это безумно круто. В этом году у меня наконец-то появились друзья на YouTube. Я до последнего не понимала, что такое друзья на YouTube, как это вообще может быть и зачем это. У меня появились реально друзья. Сашка Шейн, с которой я общаюсь достаточно часто. Привет, люблю, классненько. И этот Новый год я буду встречать в компании реально хороших людей, друзей. Это будет очень круто, я в предвкушении этого праздника. В этом году я наконец-то нашла себе друзей в классе, в школе. Именно вот друзей-друзей. Потому что до этого все было как-то непонятно. И вот сейчас я ни разу не жалею, что я пошла в 10 класс. Потому что это было очень-очень круто, классно. И вот Новый год, который у нас был вчера, это было просто офигенно, серьезно. Это было так уютно, душевно, как-то по-семейному, дружно. Спасибо вам большое, ребят, я вас тоже всех люблю. Теперь небольшая подборка видосиков из 2016 года. Поехали! Get you round of applause. Alright. A pretty picture for the ones that are lost in life. Thank you.
Лиза, к сожалению, не подписана на мой канал, поэтому она не может выиграть в моем конкурсе, так что дальше. Серьезно? Да ну! Ты чувствуешь, когда твои одноклассники участвуют в своих конкурсах и побеждают? Я точно знаю, что этот человек подписан на мой канал и на мой инстаграм. Серьезно, Саш? Серьезно? Ребят, в общем, поздравляем победителя. Ну а в конкурсе активности выиграла Соуняшка. Эта девчонка писала мне кучу комментов приятных еще до того, как я объявила конкурс. Так что поздравляю тебя. Напиши мне обязательно ВКонтакте или в Инстаграме, чтобы мы с тобой договорились о твоих призах. Так что да.